4 ноября вся Россия будет отмечать День народного единства. В школах нашего города также пройдут различные мероприятия, посвященные этому празднику. Учащимися третьей школы и их классными руководителями накануне был организован конкурс «Фестиваль народов Башкортостана». Мы очень готовились к этому. Каждый день мы репетировали, ставили, что-то дополняли. У нас участвовал в нашей постановке весь класс. Каждый что-то дополнял. Потом получилось так, что и участвовал весь класс. Организаторы мероприятия прежде всего хотели показать учащимся многонациональность нашей республики, заинтересовать необычными традициями народов Башкортостана. Важность и цель, конечно, довольно-таки значимая. Дело в том, что патриотизм развивает в наших детях последнее время, наверное, очень актуально, очень объективно. И цель, конечно, духовное воспитание детей. Традиционные обряды, игры и музыкальные выступления в исполнении своих одноклассников смогли увидеть в этот день учащиеся третьей школы. Узбекские, чувашские, башкирские обычаи и многих других народов Башкортостана были представлены на конкурсе. Я как девица ходил, я как красный ходил. По ельничку, по березничку, по частному, по белому, да по осинечку. Ай да Кузьма Демьян, какую себе невесту отхватил. Да. Театрализованными постановками ребята старались передать самобытность народов Башкортостана, при этом добавив современных нот в свои выступления. Задача участников конкурса стала донести зрителям то, что, несмотря на разные культурные традиции, все национальности республики живут в мире и согласии. Чтобы люди знали, какие есть национальности, какие у них обычаи есть, сохраняли свои обычаи. Для того, чтобы они помнили свою историю, свои корни и знали, какие были их деды, прадеды, какие раньше играли игры и для чего они это делали, как они поднимали свой дух. Так как фестиваль был посвящен Дню народного единства, проигравших не было. Жюри наградили все коллективы грамотами за творческую одаренность и исполнительское мастерство. Вот этот фестиваль, он не только затрагивает сценическое искусство, это и искусство декоративно-прикладного характера, когда дети приносят свои поделки, рисунки рисуют. То есть, настолько заинтересованы, что, наверное, дни у них даже бегут быстро-быстро. Вот сегодня они с уроков бежали и радостно кричали: «Ривкатна, вы придете к нам?» Я говорю: «Приду». Я думаю, что вот этот вот аура творчества, праздника, она удалась. И это самое главное. Гульназ Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».